Мост в микрорайоне Северный начнут строить в следующем году. 29 апреля заместитель председателя правительства Якутии Игорь Никифоров совершил плановый объезд микрорайона. Вместе с владельцами участков он осмотрел подъездные пути, места мостового перехода и подключение к электросетям, а также схемы газификации дорог. В том числе рассмотрели возможность временного подключения к электричеству тех участков, где уже живут люди или ведется активное строительство. Кроме того, на данный момент разработали три варианта строительства моста. В скором времени из них выберут самый оптимальный. Учитывать будут не только экономическую составляющую, но и самый эффективный метод эксплуатации объекта. А в первом квартале 2018 года проектная документация должна пройти экспертизу, после чего начнется строительство. Затем, кроме того, Министерство промышленности уже ведет проектирование схем газификации, готовятся необходимые техзадания. Потому что мосты – это инженерное сооружение, даже такое небольшое, 99 метров. Но тем не менее, чтобы это потом не ложилось на плечи проживающих здесь дополнительных нагрузки. Выбор по мосту. Мы как договаривались, что 2017 год мы начинаем проектирование. Заканчиваем это проектирование 18-й, первый квартал. 17-й, первый квартал. 18-го у нас должна быть документация. Пройти экспертизу и выходить на строительство. Ну а там от выбора моста там могут быть этапности.